самых настоящих чудес. На календаре 1 июня, а малыши вовсю играют в снежки. В День защиты детей без внимания дошколят не оставил даже Дед Мороз. Живите дружно, без забот! Не скучайте, а я вернусь на Новый год! Впрочем, визитом бородатого волшебника не ограничились. На торжество к малышам пришли и другие сказочные герои. В честь праздника в детском саду «Подковка» для ребят подготовили увлекательную развлекательную программу с песнями, танцами и викторинами. Прекрасный день. Это день защиты детей. Этот день мы отмечаем ежегодно. Накануне мы с детьми проводим тематические занятия по Конвенции о правах ребенка. В конце праздника малышам вручили цветные мелки и провели конкурс на самый лучший рисунок на асфальте.